Решение, принятое в неочередное заседание Совета депутатов городского поселения Щелково, прошло 20 июня. В центре внимания оказался вопрос о передаче нескольких муниципальных учреждений городского поселения Щелково в собственность Щелковского района. Речь о трех учреждениях культуры и одном спортивном объекте. Депутаты поддержали решение, проголосовав «за», так как это позволит выгодно перераспределить бюджетные средства. Формируется бюджет Московской области, и если мы передадим эти учреждения, то получим субсидии на их содержание. А в нашем бюджете городском высвободится средства, которые сегодня тратятся на содержание этих объектов, около 150 миллионов, которые мы можем более рационально использовать на благоустройство или иные цели для нужд города и жителей. Также депутаты приняли решение о внесении некоторых перемен в план работы Совета на ближайший год, что вызвано изменения в федеральном и областном законодательстве. Живое обсуждение вызвали и вопросы жилищно-коммунальной сферы, в частности, работы по благоустройству внутридворовых площадок. Более подробно обсудить эту тему планируют на ближайшем заседании комиссии по ЖКХ. На сегодняшний день у нас 36 площадок внутридворовых, которые планируется сделать, и практически ко всем были приступили. И, естественно, не везде работы выполнены. Есть нарекания, есть и у жителей, есть и у депутатов. И мы смотрим и все-таки стараемся подрядной организации привести к должному выполнению работы.